Здравствуйте, дорогие подписчики наших каналов. Мы снова на Донбассе, мы снова у линии фронта. Мы снова едем оказывать помощь нашим друзьям зоопаркам Донбасса. По просьбе Геннадия Борисовича, Савелия Анатольевича, директоров зоопарков Мариуполя и Донецка, мы снова едем к ним в зоопарки и будем вас информировать о том, как сейчас живут эти знакомые вам уже зоопарки. Снова мы встречаем по дороге подарки войны. Вот этот танк взорвался здесь с огромной воронкой. Башня отлетела вот полтора десятка метров. Здесь же находится и памятник Великой Отечественной войны. И сегодня здесь вокруг линии фронта сегодня встретились две войны спустя 80 лет. Великой Отечественной операция. Мы будем информировать вас, как я уже сказал, о всех этапах нашей поездки. Нам есть что передать и Геннадию Борисовичу, директору Донецкого зоопарка, и Савелию Анатольевичу. Везем опять помощь. Помощь везем не только свою, но и из других зоопарков, в частности, из Краснодарского сафари-парка. Везем помощь. Вот, но обо всем покажем и расскажем. Броня. Смотри, как она вдавливается. Металл буквально горит. Да.